Добрый день. Всем-всем привет, 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 привет. Как мы с вами договаривались, прямые эфиры у нас экстренные тогда, когда у нас новый привоз. Мы получили. Всем привет, присоединяйтесь. Прямой эфир мы начинаем, когда у нас приехали новые растения. Присоединяйтесь. Итак, всем-всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Приятного вечернего, субботнего, замечательного дня. Всем-всем-всем привет, дорогие друзья. Всем привет, привет, привет. Смотрите, что приехало. Приехало, прям приехало. Присоединяйтесь, всем добрый-добрый вечер. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Присоединяйтесь, дорогие друзья. Итак, получили мы поставку. Приехали к нам растения. Приехали просто невероятные. Посмотрите, какие красавчики. Итак, мы ожидали побольше, но не получилось. Поставки немножко смещаются. Опять же, я уже рассказывала неоднократно, что не всегда по разным причинам, и влиять на эти моменты мы не можем, к сожалению. Поэтому получается зачастую, что приезжают либо с отсрочкой, либо пораньше. То есть всегда все по-разному. Всем добрый вечер. Поэтому сложно сказать, но тем не менее предварительно мы как бы всегда оповещаем и говорим. Итак, начнем с того, что, наверное, самого приятного по поводу предоплаты. То есть кто делал предоплату, вот получит вот таких вот красавцев. Представляете, все приехали с плодами. Это у нас грейпфрут Росса, такие вот бомбочки. Это у нас лимон Джала, просто наишикарнейший. Всем-всем-всем добрый вечер, он просто невероятно шикарный. Всем здравствуйте, очень приятно всех видеть, дорогие друзья. Апельсины варигатные. И просто апельсины. А вы посмотрите, какие апельсины, которые просто... Скорее всего, это Валенсия. Вот, посмотрите. Видите, какая прелесть. Все-все с плодами. Все с плодами. И я неоднократно вам говорила, и повторяюсь еще раз. Дорогие друзья, сейчас у нас сезон, у нас сейчас время, когда наши цитрусы приезжают в основном все с плодами. Лимон Росса. Все с плодами, ребята, все с плодами. И лимон Липа. Лимон Липа. Бомба. Все с плодами. Абсолютно все с плодами, все пушистые, все классные. И вот так вот вам сейчас на закусочку. Так, карубара наши. Лимон Мейера. Это просто что-то невероятное. Это такое все красивое. И я уверена, вкусное. Кумкваты. Все с плодами. Единственное, кафр приехал без плодов, но он такой потрясающий. Он такой прям шикарный, пушистый. Кумкваты. Кумкваты усыпаны. Вот кумкваты, кого интересует, вот прямо сейчас надо забирать, пока они свеженькие, пока они готовенькие. Дальше пурша. Пурша тоже с плодами. Пурша с плодами. Рангпур тоже с плодами и цветет. Это лимета, которую я всегда вам говорю, похожа на мандаринки. А попки сейчас покажу. Так, а и миагава приехала без плодиков, но не страшно, потому что миагава, она, в принципе, бывает, что теряет плоды во время транспортировки.
Ну, она шикарная. Она пышная, с молодыми приростами, и она может зацвести. А вот, друзья, Амоа 8 набирает окрас. Амоа 8. Посмотрите, какая красотища. И апельсин Бицария. Кто просил, друзья, апельсин Бицария? Причем два варианта. Вот как у нас приезжал в том году, вот такие вот с полосками. Химерность где-то проявляется на листах. Варигатность, посмотрите. И до этого вот такие перцы. Да, 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 Аллочка, я тоже, я говорю, я когда увидела это все, это что-то потрясающее, оно еще так пахнет все. И такое все красивое, такое все пушистое, просто космическое, правда, космическое. Попка, Полина, показываю попку. Если что-то вы по попке поймете, я буду рада, потому что, ну, они прям божественные, реально божественные. Овальные, вот смотрите. В общем, приехала вот такая вот красота. Что еще хочу сказать? Показываем специально, рассказываем. Кстати, приехала все без конденсата. Слегка влажная земля, то есть она не требует полива, не требует просушки. Это я вот всегда рассказываю, показываю, говорю. В хорошем состоянии, в отличном состоянии. То есть мы обработаем от вредителей и опрыскаем адаптогенами. Я извиняюсь, першит немножко. Много очень говорила и голос немножко подсел. То есть вот в чудном, просто потрясающем состоянии мы специально расставили красиво, чтобы было вам видно, какая красота к нам приехала. Что я хочу сказать. Друзья, если вам понравилось наше предложение по предоплате, дырочка, пупочек, Полина сейчас, я даже не знаю, как вот, ну вот, вот не знаю, как еще показать. Валенсия, это не Валенсия. У меня есть плоды Валенсии, которые прям сортовые. Но мне кажется, в любом случае, я не могу вам сейчас... Мне кажется, вот раньше приезжал под этой биркой Валенсия. Здравствуйте всем! Поэтому вот и мы периодически указываем, что похож на Валенсию. Просто вот под такой биркой они не указывают, что за сорт. И я сказать точно пока не могу. Но вот раньше приезжала Валенсия с этой биркой. В любом случае, это точно 100% вкусный апельсин. В любом случае. Сладкий, это я вам могу точно сказать. Так, а по поводу всем-всем-всем здравствуйте. Доброго вечера. По поводу нашего предложения, еще раз повторяю, дорогие друзья, если вам наше предложение по предоплате интересно, то мы будем продолжать и дальше работать в таком направлении по питомникам. Опять-таки, у нас планируется привоз экзотики манго, авокадо, другие различные растения, мурая, уже на готове растения, поэтому спешите. Ценник мы выставили, мы еще обозначим, еще раз повторим, везде. И на нашем сайте мы начинаем прям продуктивно работать с нашим сайтом, чтобы у вас была полная информация. Плюс ко всему, по запросу будем вам присылать прайсы, чтобы вы владели информацией. Вот, и что хочу сказать. Пишите, спрашивайте, делайте предоплату. То есть вот, никакого обмана, все честно, вот, все такое шикарное приезжает. И мы, конечно, переживаем, заботимся об отправках, стараемся, чтобы максимально быстро отправить. Обязательно утепляем, с утеплением. Обязательно есть варианты отправки с тепловым режимом. Поэтому все, что вас интересует, пишите, спрашивайте. Можно делать предоплату. И мы привезем по цене гораздо ниже. То есть вот цена 20-го горшка по предоплате, вот я вам их сейчас показываю, 3600. И в принципе на все растения мы очень-очень сильно занижаем цены для того, чтобы наше предложение было для вас интересно.
То есть мы убираем все расходные части, которые у нас возникают в процессе. Мы оставляем только самое конкретное. И поэтому складываем такие вот предложения. Что еще хочу сказать? Если вам интересно, допустим, сбор заказа по питомнику Оскар Тинтери, тоже по предоплате, пишите. Я уже до этого вам говорила. Повторю еще раз. То есть, если вас интересует Оскар Тинтери и тоже по предоплате, пишите, будем пробовать. Единственный там момент, что иногда бывает то, что мы заказываем, и не дают не то, дают другое. То есть, вот такие моменты. Но в любом случае, еще раз повторяю, вы ничего не теряете. Если что-то пойдет не так и вам что-то не понравилось, либо меняем на другое растение, либо возвращаем деньги. Но единственное, сразу извиняюсь, говорю, что вот в тот же там день или там ближайшие два дня может не получиться, мы можем придержать, задержать, потому что у нас не всегда бывает та сумма, пускай она даже минимальная. Почему? Потому что у нас идут оплаты почты, там большие-большие идут суммы, поэтому бывает, что не всегда. Бывает, задержками возвращаем, но мы задерживаем там, ну, 4-5 максимум дней, стараемся побыстрее вам это все оплатить и вернуть. В любом случае мы возвращаем. Я вам просто называю, говорю сроки по-честному, чтобы вот не было никаких обид. Я говорю по-честному, хотя можно, да, там сказать, что вот... Зачем? Зачем прям уточнять? Уточняю для того, чтобы было понятно. Никто вас здесь не обманет, никто вас здесь не обидит. Все, что вот показываю, все, что это все в наличии, все, что вам интересно, присоединяйтесь. Значит, цена 20 горшка 4800. Вот это вот вся красота приехала 4800. Кто не успел по предоплате? Здравствуйте, Оксана. Значит, смотрите, по поводу Сибири, отправки в Сибирь. Мы отправляли в Сибирь, отправляем мы транспортной компанией DPD, она идет с тепловым режимом. Есть еще одна транспортная компания, которая, у нее отправка идет вагонами, железной дорогой, и вагоны теплые. Мы узнавали, это компания Азимут. Мы можем как бы ей отправить. Значит, что я хотела сказать. Кто не успел приобрести вот эти вот классные растения по предоплате, но очень-очень хочется, а тем более, дорогие друзья, сейчас начинаются праздничные мероприятия, плюс не за горами у нас Новый год, кого-то хочется порадовать, кого-то хочется поздравить, поэтому можно приобрести на подарок. Всем-всем-всем добрый вечер. У нас есть к вам предложение. Спасибо большое, Иван, мы очень рады, что ваш хорогуч идет на поправку. Обязательно, да, конечно, должна быть адаптация, должна быть карантин по приезду, потому что растения приезжают с вредителями, их в принципе не видно, но тем не менее все равно мы обрабатываем, потому как они приезжают, ну, основная масса с клещом точно. Из этого питомника был клещ, мучнистого не наблюдала, но тем не менее мы обработаем, но этого мало, поэтому обязательно обрабатывайте при получении, и янтарная кислота вам в помощь, потому что она прям спасает и дает облегчение для наших растений, адаптируя их. Итак, что я хочу сказать. Значит, у нас продолжается акция, которую я уже говорила. Пока продолжается, но это будет, наверное, все-таки мы ограничим до 1 декабря. Вот такие вот малыши можно приобрести по цене 650 рублей. А продажная цена у них 860. Чтобы купить их за 650, нужно просто выполнить условия, приобрести наш грунт. Две штуки по 5 литров. Стоят они там, по-моему, укореняшка 70 рублей, а минерал плюс и гумус плюс по 80 рублей. Грунты готовые, грунты обезвреженные, не надо их не прокаливать, ничего. Можно просто вскрыть и в них уже сажать. Они готовы к употреблению. Итак, вот такие малыши, наличие каламандин, кафр,
лимон варигатный Эврика Пинк, дальше лаймквад Лейкленд, лаймквад Юстис, Рангпур, кукле, лимон Мейера. Их можно приобрести по 650 рублей, если приобрести вместе с ними два грунта, любых наших два грунта. Далее продолжается акция на мандарины Акицу и Овари. Вот на такие шикарные, вкусные, потрясающие мандарины. Если вы покупаете удобрение Алга, то такой мандарин можно купить по цене 3600. Это достаточно, получается, цена предоплаты. Это очень хорошее предложение. У нас на YouTube есть ролик, можно посмотреть. Плоды безумно вкусные, шикарные растения. Вот эти вот штучки срезаются, и он получится пушистиком. Это сацума, это шикарный, просто невероятно вкусный мандарин. Достаточно ранние, ранние, среднеранние. Очень хорошие сорта, рекомендуем. И что еще у нас есть? И у нас есть новое предложение. Думаю, оно вас заинтересует, во всяком случае, даже наших постоянных покупателей. Внимание, друзья! То, что сегодня к нам приехало, списки мы выставим, картинки мы выставим, видео мы выставим, все покажем. Вот то, что красоту я вам показала, 20-й горшок, вы можете приобрести. То есть вам получится любой из интересующих вас цитрусов, которые приехали, по 4000. То есть вот такую вот бомбу можно прям купить за 4000. Но, конечно же, есть условия. Это акция. Получается, что цитрус в 20-м горшке 4000 плюс удобрение Алга и два наших любых грунта. 5-литровых, в любом случае получается достаточно выгодное предложение, интересное предложение. Можно опять же там как-то корректировать, либо не брать алга, взять еще грунт. Ну, то есть будем ваше предложение, коррекцию тоже видоизменять, кому как удобно, но тем не менее, как бы, вот акция, и предложение достаточно интересное. Получается, в любом случае, что у вас вот такой вот шикарный цитрус выходит по 4000. Полностью мы распишем условия акции, и если вам интересно, пока все вот такое шикарное, пока еще не успел кто-то другой купить, у вас есть возможность. Акция длится до 1 декабря включительно. Поэтому присоединяйтесь. Пишите и спрашивайте. Далее, какие-то растения у нас стоят. Курбара, да, я показывала. Курбара. Ну, по-моему, даже какой-то я видела, он цветущий был. А вот он, да, с бутончиком. Мейера. Вот такие красавцы, не помню, показала, не показала. Тут что-то пробежалось и забыла. На какие-то позиции у нас идут скидки. На малом складе. То есть там все у нас также продолжается, то есть на растения там лимоны, апельсины из прошлых привозов, на них идут скидки. Поэтому все это... Спасибо, Аллочка, да, я вот поэтому говорю, что над нами так немножечко, я так думаю, молодой человек это был, не знаю, как это воспринять, иронично, надо корректно выразиться, как-то иронично озвучил, подсмеиваясь, что авторский грунт. Да, это авторский грунт, потому что у нас технолог, агроном, мы прорабатывали, думали этот грунт, то есть это он взят не просто так с неба, и проверяли мы его, и смотрели, то есть мы подбирали, чтобы этот грунт был как бы универсальным для любых наших растений. Сейчас он прорабатываем и дозавершаем, плюс мы еще хотим сделать его красивым, чтобы вам еще было приятно. То есть мы оставляем вот эту упаковку как бы в том варианте, в котором он есть, потому что, ну, я не знаю, как пропиленовый пакет, он нам понравился, что он дышит. Что дышит, и мы его оставим. Единственное, будут наклейки и
придумаем, будет еще там всякие разные штучки, чтобы это было и красиво. Вот алга, янтарная кислота, минеральные субстраты, все у нас в наличии. Опять же, средства по уходу растений в наличии, плюс мы еще сейчас планируем много всякого вкусного, интересного и нужного для наших растений. По поводу прививочной, я помню, и мы сейчас ищем вариант, где это взять подешевле, получше, чтобы вас порадовать, и опять же, чтобы у вас всегда было под рукой, то есть мы могли вам предложить. Спасибо огромное, очень приятно, да, что вам нравится наш грунт. Кстати, да, вот я не закончила мысль, что у нас сейчас планируются грунты для авокадо, и для манго, и для жабатикабы, для чая, то есть все вот это мы планируем, плюс мы планируем, у нас в ближайшее время планируем поставку, кто не успел купить маленькие оливки вкусные, красивые, кто не докупил по маленьким цитрусам из цитрины, опять же, тоже планируем докупиться, чай, лавр, и, может быть, еще что-то вкусненькое нам дадут. Поэтому, как только у нас это все появится, информация, я имею в виду информация, мы обязательно это выложим, и можно будет опять вносить по предоплате. Вы обязательно пишите, интересно вам наши вот эти предложения по предоплате, какой питомник вы хотели бы, чтобы был вот у нас по закупу, по предоплате, и будем быстренько над этим делом работать. Грунт, да, грунт вот... Очень-очень стараемся, нам самим нравится грунт, мы вот в него много что сажаем, и результаты хорошие. Во всяком случае, не надо бояться, что там какие-то нематоды, что там кто-то ползает и какие-то сорняки, то есть этого нет, и плюс он абсолютно готовый. Открыл, посадил, и вот оно счастье. Так, что-то вам еще рассказать, показать, дорогие друзья. Значит, еще раз повторяю, что приехало, еще раз вам показываю. Приехал очаровательный лимон Росса, просто потрясающий, очень пушистый, все с плодами, и начинает уже окрашивать. Вот такая красота, такая вот прям прелесть. Все с плодами. Лимон липа это гибрид, он крупноплодный, у него будут плоды огромные. Вот такие. Он потрясающий, как и все наши лимоны. Он цветет и плодоносит круглый год. Аромат безумный. Вот честно говорю, когда он особенно цветет, это что-то нечто. Лимон и грейп. Это гибрид лимона и грейпфрута. Далее. Бомбический апельсин. Он реально бомбический. Смотрите. Вот на этом 6 штук. Прям 6 штук. Прирост. И просто пушистый. Апельсин тарок варигатный. Все с плодами. Вон, видите, такие полосатики. Ну, просто красота. И они еще все просто вкусные, невероятно вкусные. Очень сладкие. Все сладкие. Кафр. Мой любимый кафр. Единственное, кафр, как я уже сказала, без... плодов, но прям пушистый. Очень пахнет. Красота. Так. Джала. Потрясающий джала. И цветет. И с завязями. И с плодами. Вот такой вот. Опять же показываю. Грейп Росса. Видите? Все с плодами. Это все с плодами. Вот. Это прям что-то невероятно большое. Такое вот волшебное. Прям новогоднее, вот честно. Такая вот красота. Все мощное. Очень красиво. И очень прям... Вот запах сразу, они приехали. Прям такая волна весны, зелени. Немножко такого жасмина. Потому как кто-то еще цветет, умудряется у нас цвести. И это очень вкусно. Пахнет прям. Кумкват Маргарита. Все усыпано. Он прям чудненько выглядит. Кстати, смотрите, что-то они добавили, какое-то удобрение. Что-то сыпанули розовое в
смотрите. Это удобрение, которое используют итальянцы. И оно дает такую розово-красный оттенок при поливе. И вот этот компонент есть в удобрении Тинтери. Пока я не пойму, что это за компонент, но вот он как раз есть. Это у нас кумкват Маргарита. Это у нас Бицария, апельсин Бицария, Химера. Такая вот. Прям химера-химера. Есть, пожалуйста, с перчиками. А вот вам, пожалуйста, зеленушечка-желтушечка. Такая вот красотушечка. Очень красиво. Дальше пурша. Пурша с такими вот шикарными плодиками. Вот она. Она вся с плодиками, вся пушистенькая. Красивенькая-красивенькая. Ранг пур. И цветет, и с плодами. Вот. Вот он, красавец. Очень вкусно, я его обожаю, он как мандарин. И беспроигрышный вариант, потому что он постоянно цветет и постоянно плодоносит. Миагава. Мандарин Миагава. Прям такой мощный. Мощные кусты. Мощнейшие. И Амуа 8. Это реально Амуа 8. Кстати, их совсем-совсем чуть-чуть. Так что смотрите. Можно не успеть. Амуа 8. И еще раз я вам покажу. Потрясающая Мейра. Ну, просто у меня слов нет, потому что вот. Видите, тут даже ничего описывать не надо. Это просто колоссально шикарный подарок с огромным количеством плодов. С подоконниками Алочка напряг, мне кажется, у всех. Места всем не хватает. Тут один вариант. Либо выселять соседей, либо придумывать. Вот хорошо, у кого есть еще балкон. Я уже тоже думала, говорила своему супругу. А вот можно ли так это какие-то полозья вперед железные сделать и удлинить балкон? К сожалению, нельзя. А так, я думаю, что кто-нибудь пристройку бы обязательно сделал. Корубарчики. Корубара такие все вот мощненькие. Итак, еще раз повторяю. Все, что приехало на этих красавцев, у нас сейчас акция до 1 числа включительно. Кто не успел? В этот раз нет тонда, нет. На следующую поставку мы переносим, потому что пока не дали. Опять же, да, обовато, тонда, да-да-да-да-да. У нас это все стоит. Опять же, я говорю, что многое зависит не от нас, то есть то, что дает питомник, но мы в любом случае это привезем однозначно, однозначно. Малышня есть, акция пока длится. Вот смотрите, пока все эти акции длятся до 1 декабря. Вот эта акция, я вам ее озвучила, я обязательно выставлю, все покажу. И про малышей тоже. Что еще? Про малышей. Я вам малышей показала. Лаймкват наш Палери. Тоже цитрина. Вот. Это у нас Адава. Адава классная. Они тут уже у нас начинают потихонечку молодые приросты выдавать. Потом у нас есть кумкват Маргарита в малом формате. Мейера поменьше. Есть наш Палерия Маргарита. Совсем чуть-чуть, кстати, разбирают очень хорошо. Все уезжает. Поэтому манго мы ожидаем на следующие выходные. Если все в порядке будет, то в следующие выходные они должны уже приехать. Они уже должны быть, да, на следующие. Так, это у нас Авари и Акицу. Авари, Акицу, оранжекваты. Оранжекваты. Лимон Мейра поменьше. Эврика Пинк. Эврика Пинк. Так. Кафры я вам показывала. Значит, гранаты. Лимета Джалла.
Есть кариса одна осталась, личи, гуава земляничная, обсидиумы. Так, что еще? Апельсины мора. Кто-то хорошенький. Макрубара есть в 18-м горшке. Есть, там приехали буквально чуток. Карубара в 18-м и в 20-м. Так, что у нас? У нас есть, значит, мора, апельсины мора. Далее, чинота, все правильно, чинота. Чинота поменьше, побольше. Филодендроны, варикатные, имбирь. Уже слова забываю. Виноград, ананасы, питахайя, бананы. Маленькие малыши в продаже 860 рублей. Но если вы хотите купить их за 650, то нужно приобрести два наших грунта 5-литровых, два любых, и тогда они будут стоить 650 рублей. Липа. Росса, манго классные. Еще осталось, потихонечку разъезжаются, кстати, на манго прям вот ажиотаж, но они все классные, они вот дают молодые приросты, очень себя хорошо чувствуют. Мушмула, цветает, не знаю, мы тут пытались, конечно, пчелками работать, может кто-то и завяжет. Далее авокадо. Вот малышня классная, кстати сказать, очень рекомендую. Хорошая малышня, в хорошем состоянии, она присохла, мы ее вовремя просушили, опрыскали адаптогенами, она вот как бы, ну, все хорошо, вообще прям радует, очень хорошо. Авокадо, анона, Евгения унифлора и карамболка, прям ей очень нравится у нас. Всем привет, с кем не здоровалась, вижу все прям знакомые, прям родные, можно сказать, лица. Можно сказать уже лица. И всех вас рада прям приветствовать, дорогие друзья. Прям очень-очень приятно, что вы с нами. Лимон росса есть в большом, в 24-м горшке. Есть у нас лимон карубара в большом горшке. Так. В глине бергамот. Бергамот, лайм мексиканский и помело Чандлер, по-моему, был, да. Так, мы тут пока все расставили. И, наверное, я сейчас покажу буквально чуть-чуть, что у нас осталось на том складе. Значит, смотрите, мои хорошие, дорогие, все, что вас интересует, пишите, спрашивайте. На какие-то позиции кто-то там покидал лист. У нас, я про у нас говорю, потому что идет адаптация. Кто-то покидал лист или же, ну, посмотрим. Я почему говорю, что пишите, задавайте вопросы, потому что мы сейчас в преддверии праздников, чтобы вас как-то порадовать, потому что все делают сейчас подарки, закупаются. Поэтому на какие-то позиции мы делаем акции, и поэтому почему пришел и прошу, пишите девочкам все, что вам нужно, что вас интересует. А вот у нас Анютка. Анютка, дверь нам открой. Ага. Поэтому пишите, и варианты дадут. Итак, наши зайцы, остается их тоже мало, они расходятся. Зайцы, побегайте. Я почему-то думала, что вот это будет цветочек. А это не цветочек, это листочек. Меня обманули. Вот. Вот. Вот что у нас. А вот что у нас. Итак, на глину. Кто полысее, на того цены по 3000. Классно? Вообще классно. И они будут пышные. Вот такие вот. Прям вот такие вот. И плодоносят. Дальше есть у нас кафр в 24-м горшке. Есть у нас лайм в 24-м горшке. Есть у нас клементины. И, в общем, много-много в глине. Прям в глине много-много-много всего. Лимон оранчево. Он оранжевый.
в глине, лимета дольче в глине, олива, кумкваты в глине, потом есть у нас апельсины, апельсины в глине, тарока, валенсия, и так, ванильный, вашингтон, навелина, сангвинелла, мора. Да, мы отправляем круглый год с утеплением. Плюс, если у вас морозы, то мы предлагаем DPD с тепловым режимом. И можно попробовать Азимут, транспортной компании. Дальше, каналикулята, мандарины. Что еще? Микроцитрусы у нас разные. Есть бианка, верде, роса и роза. Мандарины, клементины, лимоны. Вот видите, у нас грунты уменьшаются, уезжают совсем. Это у нас здесь, здесь прохладно. И мы решили такую минимальную зимовочку устроить нашим персикам, абрикосам, всем садовым. Вот здесь прохладно, и мы их сюда разместили, чтобы все-таки как-то у них еще рано весны, пускай немножко позимуют. Поэтому они в наличии, любой каприз, все это есть. Дальше клементины, тардива, иса, коммуны, все это есть. На них, кстати, скидка, не уценка, скидка. Друзья, они вот растут, с ними все в порядке. Не покоцаны, не это, все нормально с ними. Эрнандина, клементин. Ну, вот такие вот у них, видите, уже, это уже у нас вот эти вот большие ветки выросли. Вот, была такая шариком, а стала не шариком. Так, мандарины коммуны, бам-бам-бам. Кстати, корсика, клементин корсика очень вкусный. Вот они, корсика. Так, кого? А, вот у нас, видите, абрикос. Подумал, что началась весна, начал цвести. Кстати, очень нежно пахнет. Никто не хочет домой забрать такую прелесть. Лаймы, лайм верде, лайм таити. Это персидские шикарные, просто шикарные лаймы. Кто-то начинает цвести. Кстати, такая тенденция, как только начинает кто-то цвести, он сразу уезжает домой. Вот. Лаймквад товарис. А на том складе у нас есть Юстис и Лейкленд. Все три сорта можно себе приобрести. Вот. Вот такая вот красота. На эти позиции у нас могут быть скидки. Просто смотрим по факту на растение и его удешевляем для вас. Поэтому спрашивайте, прям не стесняйтесь, спрашивайте. Вот у нас, кстати, тоже акция вот на эти товарищи, которые были по 3000, с ними все в порядке. Они шикарные, они просто потрясающие. Я напишу, выставим опять еще, повторим, какие у нас акции, скидки, наши предложения. Каламандин, варигатный, логистромерия, такая вот, каламандинчики. Итак, здесь у нас сангвинелла, тарока, по-моему, ипполита, если я не ошибаюсь. Потом Вашингтон Навел, Томпсон. На них вот они были, я уже рассказывала неоднократно, мы не успели. Буквально 4 дня, и их сгрыз, видите, сгрыз клещ. Сейчас пошло молодое, чистое, зеленое. Но мы уценяем. Вот оно все зеленое и все без клеща. Вот, поэтому кому нужно, интересно, кто... То есть тут уже нет никого, никто не живет, но просто следы преступления есть. Следы варигатных выше метра нет, Оксаночка, пока не было. Но если что-то будет, мы, в принципе, с удовольствием привезем.
Итак, вот эти вот прям совсем-совсем по 3-300. 3-3-300 кого-то еще можно посмотреть. Овали Калабреза, Вашингтон, Навел, Вашингтон Навел. Кара-кара, по-моему, пару остались. Тут они даже вот приросты дают. Вот они, опять же, все дают приросты. Просто Вашингтон. Уценка есть. Уценка вся живая. Вот как оброс с рука Будды, который стоял лысый. То есть вот они. Навел, Вашингтон Навел. Смотрите, как он обрастает. Вот этот был лысый, полностью лысый. И сейчас он... Это у нас на уценке кто-то, если кому-то интересно. Дальше гранаты. Малыши, апельсины и мандарины. Из малышей не было ни апельсина, ни мандарин. В цитрине нету, по-моему, апельсина, я не помню. Мы планируем из другого питомника, но там не будет таких прям вот совсем малышей. Они будут повыше. Ну вот, может быть, такого плана. Вот у нас, кстати, по хорошей цене апельсины. Апельсины есть в Валенсии, апельсин Вашингтон, лимоны, мандарины, клементины. Тоже вот. Вот все хорошенькие, зелененькие. Просто вы спрашиваете, в какую вам сумму, в цену надо. Еще раз говорю, девочки вам все покажут, все расскажут. И обязательно-обязательно можно будет выбрать. Это у нас бергамот. Просто бергамот и бергамот фантастика. Тоже, можно сказать, уценен. Далее, цитрон Максима. То же самое. Но вот видите, уже дает молодые приросты вовсю. Просто вовсю. Опунция 2300 и 2400. Сейчас еще одну покажу опунцию. У нас два разных. Вот, смотрите, у нас на Оскар Тинтере. Вот он уценен. Уценен. И вот он с молодыми приростами. Поэтому спрашивайте. Опять же, все, что вас интересует, мы покажем и расскажем. Рука Будды. Рука Будды хорошенький. Вот эти у нас красавцы, которые были по 3000. Мы на них тоже сделали акцию. Поэтому вот все ваши пожелания вы пишите. И девочки, обязательно-обязательно. Лавры, вот мы сейчас планируем закупку. Было два лавра, если их не забрали. Вот еще одна опунция. Вот она 2200. Так, это логистромерия. Поменьше гранаты за 1000. Мурдания, кофе. Кофе. Варикатный имбирь. Стрелиция. Лимоны, ваниль, ананасы. Грейпфруты, тут лимоны. В общем, в принципе, спрашивайте, потому что ну, цены вот на все вот это мы прям занижаем. И хорошо занижаем, она растет, оно, конечно, много и масса всего. По уходу за растениями. Опять же, повторяю, прекрасное, чудное средство ростовит у нас есть в наличии. Единственное, что оно очень ароматное, но дает эффект. Итак, скорая помощь для наших растений. Удобрение Оскар Тинтери, алга, янтарная кислота. Все в наличии. Орхидейки у нас сейчас есть на уценке по 350 рублей. Они отцвели, поэтому на них... Сделали уценку. Сейчас я вам их покажу быстренько. На них сделали уценку. И некоторые из них сейчас начинают заново зацветать. Минеральные субстраты у нас разные. Напоминаю. Так. Сейчас бежим обратно на большой склад. Ой. Слабый сигнал.
Так, ага, все, прибежали. Итак, у нас орхидейки, вот они. Вот они, мы их не убирали. Цветы, которые цвели, чтобы хотя бы примерно понимать, какого цвета. Посветлее, не посветлее. Есть вот. Это бабочка есть. Фаленопсисы. Фаленопсисы, вот они разные. Брассия, мельтония, по-моему, зигопиталум. То есть вот они. Вот. Такие вот. То есть можно посмотреть, повыбирать. Орхидейки как бы есть. Еще раз всем привет, кого не видела. И, дорогие друзья, задавайте вопросы. Все, что вас интересует, я вам с удовольствием отвечу. Постараемся обязательно выложить наш прямой эфир в записи и на всех наших каналах, чтобы вам можно было еще раз посмотреть. Если возникают какие-то вопросы, пишите, обязательно ответим. И еще один момент, акцентирую внимание, дорогие друзья, кто из Питера? Мы вот поставили вас в известность, мы вам сообщили о том, что растения приехали. То есть завтра вы можете приезжать и забирать. Можете, не надо ждать, вы можете уже с завтрашнего дня приехать и выкупить, забрать свои растения, если вы их не оплатили. Если оплатили, то приехать и выбрать. Что касается кактусов. Ренат, мы с удовольствием повезем суккуленты. Напишите, пожалуйста, какие конкретно вас интересуют, чтобы нам было что выбрать, чтобы мы понимали, что выбирать, потому что по кактусам мы еще не специалисты. Вот есть ванилька за 700 рублей, она в одну линию, и есть за 1900, она на шпалере. Ваниль. Классная адава. Про адава тоже подумаем. Многие спрашивают, адава подешевле. Наверное, тоже, может быть, какую-то акцию придумаем. Если у вас есть, кстати, мысли по этому поводу какие-либо, пишите, спрашивайте. Спрашивайте, задавайте вопросы. Что вас интересует? Бамбук, да, только напишите, какой конкретно бамбук, потому что под бамбуком очень многие называют... Где я найду, не найду. Сейчас соображу. Под бамбуком иногда называют... А где оно, это растение? Нет, наверное, не найду я его. А, вот. Вот, под бамбуком иногда вот его называют. Наталья, что касается питомника Оскар Тинтери. Да, мы планируем. Еще раз озвучиваю, чтобы вы меня услышали. Вначале я рассказала. Передо мной желтой листвой это шикарнейший лимон Джала. Прям потрясающий. Мы планируем из Оскар Тинтери. Я задавала неоднократно вопрос и спрошу еще раз. Если вам интересно сбор заказов по предоплате гораздо дешевле, пишите. Будем думать, будем эти моменты объединять. В самом начале я уже сказала, все, что к нам приехало. Всем привет, Еленочка, здравствуйте. Что касается того, что приехало. Цена стартовая, 4800, 20 горшок. У нас к вам предложение. Если вам интересно, и вы хотите приобрести любой вот из этих растений, до 1 декабря у нас для вас акция. 4000 будет стоить любое вот такое вот растение, но нужно купить обязательно алга удобрение и адаптоген. Оно шикарное, оно вам понравится, я вас уверяю, надолго хватит. 350 рублей и два любых наших грунта. Грунты у нас хорошие. Имеева, мы все планируем, Виктория, мы Миагаву можно. Анют, ты мне можешь вытащить Миагаву прям отдельно, чтобы я показала вот. Они шикарные, правда шикарные.
Вот, любую. Вытащи, вот да, любую вытащи. Если что, на минуточку, Аня у нас очень высокая, да? И вот представьте, вот, да? То есть она вот. Вот, видите, она классная. И они все такие, можно даже, может быть, попышнее даже найти. Вот это Миагава. Очень хорошенькая. Мы планируем привозить все из разных питомников. Естественно, мы комбинируем, ищем варианты. Плюс мы ждем, пока питомник нам ответит, почему идет иногда. Планировали один питомник, но привозим сначала другой, а потом тот, который планировали. Потому что тут еще я вам говорю, что все зависит от питомников, не от нас. То есть как только они готовы, они нам дают отмашку, и мы уже поехали. Опять же, тут еще и транспортник. Тут, ну, в общем, это такая штука сложно объяснимая. Бамбук черный, как тростник. Татьяна, если вам не сложно, а можно это будет как-то или на латинском, или как-то вот, чтобы это все нам найти полегче, и тогда, может быть, да, почему бы нет. Вот такая у нас красота. Мы очень рады вас видеть. Мы очень рады, что вы к нам всегда присоединяетесь, дорогие друзья. Мне очень прям приятно, потому что я вижу ваши знакомые, уже родные для меня имена и фамилии. Если кого-то мы чем-то обидели, не обижайтесь, пожалуйста, напишите в личку, прям лично для меня. Давайте поговорим, давайте мы как-то в Новый год войдем с доброго, с хорошего, с позитивного, потому что если мы вас чем-то обидели, то поверьте, это не случайно. Причем, понимаете, всегда мы ищем компромиссы. Мы действительно ищем компромиссы, кто знает, и поэтому не надо обижаться, не надо сердиться, давайте просто пообщаемся и что-то придумаем. В любом случае, многие уже, кто с нами и достаточно долго, знают, что мы всегда ищем пути для того, чтобы вам было хорошо и нам. Здравствуйте, Сергей. Да, очень много. Спасибо, Татьяна. Да, напишите обязательно на латыни, и мы поищем. Обязательно мы выставим все, что пришло. Просто я боюсь, почему я быстренько так сворачиваюсь. У меня уже заканчивается разряд на телефоне. И я боюсь, что опять оборвется, как в прошлый раз. Не выдерживает телефон такой нагрузки. Вот, мы обязательно опубликуем все, что приехало. Мы обязательно вам опубликуем наши акции. И советую, дорогие мои хорошие, долго не думать, потому что это все уже разбирают. Я не обманываю, я говорю честно. Остается совсем-совсем. Естественно, мы еще повезем. Мы очень-очень рады, что вы, еще раз говорю, и с нами, и то, что вы увлекаетесь такими шикарными растениями. Очень вас ценим, очень вами дорожим. Всем вам огромный привет. Спасибо, спасибо за все, за ваши отзывы, за ваши фотографии, за ваш труд. Обязательно выставим отдельно фотографии, все-все напишем. Пишите, спрашивайте, не стесняйтесь. Все, что вас интересует, вполне возможно, оно у нас есть. Вполне возможно, оно у нас на скидке. Вполне возможно, оно у нас по акции. И вам это понравится. Мы вас очень любим. Да, спасибо большое, очень приятно. Ой, спасибо, спасибо. Я очень рада, что мир у вас цветет. Вот, ну, я просто извиняюсь, если действительно что-то... Потому что, понимаете, это как бы рабочие моменты, рабочие, потому что все бегом, и, может быть, что-то не успеваем. И поэтому, возможно, кто-то обиделся. Я поэтому извиняюсь перед вами. Не обижайтесь, давайте что-то решать, давайте общаться. Не надо обижаться. Опять же, если кого-то, кому-то не ответили... Напишите, пожалуйста, еще раз. Я вас очень прошу, потому что, ну, бывает такое, что нас отвлекли, и мы забыли, или еще что-то произошло. Спасибо вам большое за понимание, за вашу отзывчивость. Дорогие друзья, всем вам благ, хорошего вам настроения, позитива, любви, финансов побольше, чтобы вот прям с неба все падало, самое-самое наилучшее для вас. Прям в руки. И много-много всякого-всякого-всякого замечательного и доброго
Здоровье самое главное в наше трудное время. И пишите. Мы очень рады с вами общаться. Всех вам благ. Удобрение Тинтери есть. Все есть. И мы еще все привезем. И будет много всего-всего. Агавы пока нет. Это у нас не агава. Это у нас... Ой, я не помню, что. Не помню. Вы напишите в личку, пожалуйста. И мы вам все пришлем. И мы вам ответим. Целуем вас, любим, обнимаем. Дорогие друзья, всех вам благ, всего вам огромного, вот, необъемного счастья. Целую, обнимаю, люблю. И до... Ой, все уже. И до новой встречи. Пока-пока, друзья. Ай-яй-яй, хулиганю я. Talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface, and I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me?